Всем привет, дорогие друзья! Мы в городе Москве, Лукинская, 17, фикс прайс. И первое, что я увидела в магазине, это вот такие звездочки и сердечки. На самом деле они не только в сером цвете, они есть красные и голубые. Есть еще елочки. Стоимость такой декорации новогодней 99 рублей. Цветность света теплый белый, батарейки входят в комплект. Состав: полиэстер, полипропилен, сталь, стекло, медь, ПВХ. И сейчас мы переносимся в волшебный мир детских книжек, детской литературы. Это все Феникс Премьер. Книги 199 рублей, которые вот эти побольше, твердый переплет, что ни на есть, очень даже хорошо. Страницы плотные и красочные, красивые иллюстрации. Все достойные книжки, я выбрала только себе одну. Пока думаю, что прочтем, потом пойдем за другими. Как же приятно открыть новую книжку с цветными картинками. Вдохнуть запах типографской краски и послушать шорох страниц. Много чего появилось в отделе. Носки женские и мужские. Можете, в общем, посмотреть. Перчатки мужские, 99 рублей, это утепленная модель для холодного времени года. Мягкие, эластичные, с классическим дизайном, 61% полиэстер, 29% акрил, 4% шерсти, 3% хлопка и 3% вискоза. В ассортименте домашняя обувь. Подошва выполнена из 100% ЭВА, верхний и подклад полиэстер. Размеры с 30 по 40, 249 рублей. Изготовитель Россия. Светильник-ночник светодиодный. 249 рублей, работает от двух батареек типа 2А. Очень классно, на самом деле, вообще глаз не отвести и невозможно выбрать. Светильник-ночник светодиодный 55 рублей, работает от батареек маленьких, и они входят в комплект. Мощность 0,5 ватт. Вот такие миниатюрные, как будто сахаром посыпаны. Мишка такой классный. Для творчества разноцветная фигура, 149 рублей, 6 разноцветных маркеров в наборе, одна гипсовая фигура, размер 11 на 8,5, от 3 лет. И вот такие вот прекрасные пазлы 3D. Получается 3D эффект, 149 рублей, примерный размер собранного изделия 32 на 52. Эта игрушка просто замечательная, объемная 3D пазл. Это отличный выбор для увлекательного вечера в кругу семьи. Пазл легко собирается без дополнительных инструментов и клея. В набор входит поэтапный план сборки. Примерный размер зависит от выбора дизайна. Цена его 99 рублей. От 6 лет состав входит ЭВА и бумага. В этом магазине большой выбор коробок для бутылок, 249 рублей, можно выбрать на любой вкус и цвет. Такие блокноты с иллюстрациями вдохновят на творчество и новые идеи. Посмотрите, как новая страница и новый рисунок. Обалденные блокноты. Я все перетрогала. Обложка приятная на ощупь. Покрытие Soft Touch. 64 листа.
формат А5. Вот блокнот, например, для фотографа вообще очень даже огонь, я бы сказала, потому что каждый листок от души сделан. Хорошая вещь, особенно если соду посыпать, а потом накапать, мертвая хватка. Набор клеев, суперклей и клей универсальный, 79 рублей. Вот такой вот декантер для масла и уксуса по Шабахче, 360 мл, 149 рублей. Я считаю, что его еще можно использовать для соевого соуса. Ковш с антипригарным покрытием быстро и равномерно разогревает и удерживает тепло. 249 рублей. Сделано по ГОСТу, диаметр 14 см, объем 1 литр. Ручка бакелитовая, не нагревается и не скользит в руках. Состав: пищевой алюминий, термостойкий бакелит. Сковорода 299 рублей. С антипригарным покрытием. Она станет вашим надежным помощником на кухне. Диаметр 22 сантиметра. Состав тот же, что и у ковшика. Держатель для кухонных принадлежностей O-Kitchen. Подходит для хранения лопаток, венчиков, половников. 299 рублей. Размер 42, 25, 5 на 13. Состав: нержавеющая сталь, полипропилен, полиэстер. Корзина двухъярусная для фруктов O-Kitchen, 199 рублей. Состав: углеродистая сталь, дерево. Новогодний подарок «Дивная ночь» от Конче, 230 грамм, 99 рублей. Коробочка побольше, 350 грамм, 149 рублей. Это наборы сладостей для детей. Просто поставьте красивую коробку под елку, и праздничный сюрприз удался. Вот такие вот ручки. Очень приятная верхняя часть, антистрессовая такая. Но ручки на самом деле, я бы сказала, что не выполняют свою функцию. Игрушка-попрыгунчик удивит своей высотой прыжка. 99 рублей, размер 5,5 на 3, резина для детей старше 3 лет. Разные расцветки, смотрите, выбирайте, красные, желтые, оранжевые и зеленые, то есть все цвета радуги. Сейчас видео подходит к концу, и я рада, что вы были со мной все это время. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и всем пока!